Здравствуйте, меня зовут Кей. Сегодня 1 января 2022 года. С Новым годом. Я желаю вам больших успехов и здоровья, счастья. Это первое видео в 2022 году. В этот раз я хочу читать новогоднее обращение президента РФ Путина 2022 года. Уважаемые граждане России, дорогие друзья, заканчивается 2021 год. Совсем скоро время принесет нас из прошлого в будущее. Да, так происходит каждый день, минут и секунд. Но этот непрерывный ход времени мы отчетливо слышим, когда встречаем Новый год, ждем его как важную жизненную вещь. Всех нас объясняет сейчас надежду на предстоящие добрые перемены. Но мы понимаем, что их невозможно отрубать, отделить от событий уходящего года. Мы столкнулись с колоссальными вызовами, но научились жить в таких жестких условиях, решать сложные задачи и смогли это сделать благодаря нашей солидарности. Мы вместе продолжали бороться с опасной эпидемией, которая обучили все континенты и пока не отступают. Коварная болезнь унесла десятки тысяч жизней. Хочу выразить слова искренней поддержки всем, кто потерял родных, близких людей. Дорогие друзья, самое главное, что все трудности уходящего года мы преодолевали вместе. Защитить тех, кто оказался в сложной ситуации, в первую очередь. Поддержать людей старших поколений и семьи, где растут дети, будущее России. Мы твердо и после довечерня отстаивали наши национальные интересы, безопасности страны и граждан, в которые есть руки, восстановили экономику и по многим позициям выходим сейчас на реализацию стратегических задач развития. Конечно, нерешенных проблем еще очень много, но этот год мы прошли достойно. Главная заслуга здесь принадлежит именно вам, гражданам России. Это результат вашего, дорогие друзья, напряженного труда, каждый на своем месте, стремился исполнить свой долг, сделать не только то, что в его силах, но и много больше помочь, чем кому особенно трудно. Сердечное спасибо всем вам. В такое непростое время, как сейчас, очень важен настроено создание. Стремление обязательно реализовать свои личные планы и принести пользу обществу и родной стране. И встречая Новый год, мы надеемся, что он откроет новые возможности. Рассчитываем, конечно, и на удачу, но все же понимаем, что достижение задуманного прежде всего зависит от нас самих, от того, что ставим в приоритет, чем наполняем повседневную жизнь, насколько крепко, активно беремся за дело и добираемся конкретных видимых результатов. Из них будет складываться реализация наших общенациональных планов. Их главная цель – повышение благосостояния и качества жизни людей,
jeżeli imię na H wdadać z 0 to na C, jeszcze bardziej silne i tylko w mieście my zmożemy zabezpieczyć dalniejsze rozwicie i przywitanie naszej rodziny. Дорогие друзья, новогодняя ночь буквально наполнена добрыми чувствами и светлыми помыслами. Желанием каждого проявить свои лучшие качества и в такой открытости, щедрости, сути, энергетика этого чудесного праздника. Когда становится как важно согреть родителей вниманием и заботой, обнять, если они рядом, сказать всем близким, как они дороги вам, какое это счастье, когда есть любовь, дети, семья, друзья. Все это великие ценности, которые во многом определяют смысл жизни каждого человека. Мы все хотим, чтобы в наступающем году они оставили для нас такой же надежной опорой. И сейчас спешим признаться другим для нас людям сокровенных чувствах, произнести искренние слова любви и благодарности, на которые порой не хватает времени в уличной свете. Но настоящее новогоднее волшебство в том и состоит, что открывает наш сердце чуткости и доверию, благородству и милосердию. И вже выбьем не выль в эти минуты в кругу семьи и друзей, прожив любимых городов, ведь звучат самые теплые пожелания. С удовольствием к ним присоединяюсь и хочу отдельно поздравить с Новым годом всех, кто исполняет сейчас свой профессиональный и воинский долг, спасает и выхаживает больных, находится на боевом посту, обеспечивает правопорядок, не прерывается работа на транспортных магистралях, наряжение производств и службы жизнеобеспечения в этих сферах работает сотрудничество наших граждан. Спасибо вам за ответственный, важный для страны и общества труд, дорогие друзья. Через несколько секунд наступит Новый год, и во многих семьях, в том числе и в наших соотечественников с пределами России, прозвучит традиционный «С Новым годом! С новым счастьем!» Эти простые слова мы произносим с особым чувством, потому что они передаются из поколения в поколение. Искренне поздравляю вас. Главное пожелание всем, конечно же, крепкого здоровья, огневу уверен, приражаться успех в работе, в учебе, в творчестве и любимом деле. Ключи в каждом доме, будет как можно больше радостных событий. Пусть появляются новые семьи, рождаются дети. Пусть они вырастут здоровыми и умными, честными и свободными. Пусть любовь будет в каждом сердце и вдохновляет всех нас на достижение поставленных целей и покорение самых больших высот. Ради своих любимых и ради нашей единственной великой дружины. С Новым годом! Дорогие друзья, с новым 2022 годом! Спасибо за просмотр. До свидания.